Доброй ночи, друзья. Сегодня уже 19 мая 2023 года. Меня зовут Кристина, и мой канал называется «Василианс Кристина». И я, как всегда, участвую в совместном проекте «Трио Старты». Это мой второй старт, и это единственное подключение. Я покажу, что я вот провязала, потому что сегодня физически не успела вам снять то, что я... Это, поэтому сейчас это мой, будет сразу будет видео, то, что я вот провязала. Я буду вязать кота-колобка, вот такие цвета представлены, значит, мордочка кота-колобка, это Леонард джинс номер 62, это кипельно-белый. Вот у меня был остаточек, я его провязала, поэтому буду довязывать. И буду использовать три цвета. Это фиолетовый, это такой малиново, на камере он яркий, на самом деле он такой приглушенный, и желтый. Вот эти две пряжи, это Himalaya Velvet, вот эта пряжа Воланс. Крючком я буду вязать 1,25 мордочку, а 2,5 я буду вязать основное полотно, как бы основного кота. Так что... На этом все. В инфобоксе будут девочки, которые участвовали в трио стартов мая. Организатор, значит, связан с спицами Светлана. Первая ведущая Светлана Семусова, хендмей, вяжу спицами и крючком. И вторая ведущая у нас вяжем с любовью. Поэтому так вот. Я каждую неделю в мае начинаю новые игрушечки. Получается, в неделю я изготавливаю три игрушечки. Параллельно я еще вяжу с Анной Полозняк. Называется «Носочная дюжина». Поэтому вот так вот. Скоро ярмарка у меня 27-28. Поэтому мне нужно подвязывать игрушки. Так что на этом все. Покажу готовую работу уже, скорее всего, или в воскресенье, или в понедельник. Всем любви, процветания, уважения, вдохновения. Берегите себя и своих близких. Жизнь у нас одна, и нужно ее прожить достойно. На этой ноте я с вами прощаюсь. Ваша вязальщица Кристина. Всем пока-пока.